Андрэй Рыбакоў вяртаецца на памост. Нагадаем, у допінг-спробе двухразовага прызёра алімпійскіх гульняў па цяжкай атлетыцы быў знойдзены забаронены прэпарат мельдоній. Аднак, адпаведна афіцыйным тлумачэнням Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі, магіляўчанін зноў можа выступаць на міжнародных спаборніцтвах і рыхтавацца да алімпіяды ў Рыа. У афіцыйным лісце напісана, што з прычыны малой канцэнтрацыі мельдоній у допінг-спробе Андрэя Рыбакова прынята рашэнне зняць часовую забарону на выступленні. Гэта азначае, што з сённяшняга дня Андрэй Рыбакоў можа вярнуцца на памост. На сегодняшний день является реабилитированным спортсменом. Что касается Европы, на которой он должен был выступать, но сейчас стоит большой вопрос, будет ли выступать, покажет время. Сегодня, завтра с утра будет решаться вопрос о возможном его участии. Учитывая то, что Рыбакову необходим еще один старт международного уровня для того, чтобы он имел право выступать на Олимпийских играх, мы будем пытаться, чтобы он выехал туда и выступил хоть не в своей весовой категории, но все-таки выступил на этом чемпионате.